За этой дверью может скрываться всякое нечто, поэтому лучше, я думаю, сохраниться. И карты никакой нету. Да. Ну, я думаю, мне нужно наверх. Раз я иду в замок, то в замке обычно... Так, что это было? Что пикнуло? А, я иду наверх. Ты внутри киоска в замке Клинтон. Много солдат НСФ прошло через это место, направляясь под землю. Закрыто. Тоже закрыто. И у меня ни одной отмычки. Так, может мне ключи для двери? Ну хорошо, тогда будем ее ломать. А ломать мы будем ее, надеюсь, вот так. Я точно не помню, как это у меня вообще... Как не точно не помню, как гранаты применять. И вообще, гранаты ли это у меня сейчас с собой? Да, и поэтому я ее кину сейчас под дверь. Хотел кинуть под дверь, но убрал под... На всякий случай вытащим пистолет, чтобы встретить сразу неприятеля. И закроем пожалуй, переключатель, чтобы меня не увидели. Что это такое? А нафига мне модификатор точности на футбаре? Ладно, наверное, думаем, можно идти уже наверх. Ой, это был человек. Ребенок. Извини, пацан. Черт. Я убийца детей. Пацан, чё ты бегаешь? Время за успехи. Эй, пацан, не бегай. Ключ, дверь и киоска добавлен в базу... Ну, конечно, спасибо, что вы добавили дверь к базе... ключ к киоску, потому что я уже здесь все нахер разломал. Ну, немножко не вовремя. Так, тут один. Надо сохраниться. Тут еще один. Я думаю, он меня не увидит. О, да опять нет зарядов, ладно. Заварушку устраивать не будем, но если придется, то пошуметь можно. Я одного не понимаю, куда мне дальше идти. Пацан, будешь мне говорить? UNATCO agent. How does a little boy get mixed up with the NSF? I just wanted to find some food, but they didn't have any, and then they started shooting at the police. Got some? Это тоже шоколадку просит. This candy bar. You're cool. Glad I can help. Hey, I bet I can help you. Yeah. The soldiers have secret tunnels. They take boxes into the tunnel under the fort, but they never bring them back out. What kind of boxes? Steel. Big ones. Thanks. Maybe I'll check that out. They found us. Вот это было, конечно, идиотски, но... Как вас много? А, там, видать, свои подбежали, мятежники или кто там?
сигаретный автомат. Я купил сигареты. Мне надо привезти остальные ящики. Но... Так я не понял, где они? Что это? Железный ящик. Ну да, железо нельзя разбить ломом, это очевидно. Угу, копы. О, это же Анька. Анька, подожди. Что скажешь? The ambrosia is somewhere inside the castle. Спасибо тебе за такую классную информацию, которая явно мне помогла. Так, это выход в никуда. Слышишь, нельзя свистеть, особенно на работе, денег не будет. Абсолютно не знаю, куда идти, что делать. Thanks, mister. Don't let me get in your way, officer. Так, прикольно. Я пришел в самое начало. Вот это не замок для меня. Это хрень со стеной. Если это замок, то... Черт, я не хочу быть балериной. Ладно. Бочка с амброзией должна быть здесь, но где? Нафига она мне? Она все равно открывает вот эту хрень. Великолепно. Вот что мне не нравится в старых играх, это тебе никогда не понятно, что делать и куда идти. Ну, в старых играх и в новых российских, которые делаются за 2 рубля одним человеком, и то с бутылкой водки. Да так куб. Я завершил установку средств безопасности, код для главного ВК 666. Я отправляюсь на помощь отряду командиров Фрейз для подготовки контрудара. Между тем, настоятельная группа дает всем укрыться. Я так полагаю, вот это 666 здесь, да? Да. Да, она всего лишь закрывает и открывает эту хрень. Как я и догадывался. То есть я прошел не туда, куда мне нужно. Отлично. Мне надо спускаться вниз и пилить. Куда-нибудь. А здесь снова все закрыто. Закрыто. Ага, тут можно проплыть. Я вернусь в старые помещения, в которых я уже был. Отлично. Я заблудился. Ну, если вы не хотите смотреть, как я брожу туда и сюда, то, наверное, можете промотать чуть подальше. Пока я не разберусь, что здесь делать надо. А если я узнаю, что надо делать, то вы, наверное, это поймете по гликим, по громким радостным воплям. О, отлично, я не выключил очку, и мне только что написали. Поэтому, наверное, сейчас я прервусь. И, наверное, восстановлю видео, когда, собственно говоря, я найду, что делать.